Объем духовых шкафов увеличен до 74 литров. Это означает, что противень стал больше. Это позволяет готовить продуктов больше за один раз. Они лежат свободно, не мешая друг другу. Даже если вы готовите на нескольких уровнях одновременно, они не стоят близко друг к другу, а значит, продукты лучше готовятся. Если вы установите противень на нижний уровень, то расстояние до гриля увеличилось, а это значит, что вы можете вместить даже индейку большого размера. Гладкая и надежная эмаль легкой очистки покрывает все стенки духового шкафа. В нижней части вы можете обнаружить вот такое углубление. Оно предназначено для паровой очистки. Залейте полстакана воды, добавьте немного уксуса, включите нижний нагревательный элемент на 150 градусов. Духовка смягчит с помощью пара основные загрязнения, и впоследствии убрать их будет значительно проще. Даже если вы увидели загрязнение между стекол вашей духовки, то теперь это не является проблемой. Стекло снимается без всяких инструментов. Откройте дверь, отстегните клипсы. Стекло легко снимается. Кстати, его можно помыть даже в посудомоечной машине. Благодаря защитному слою АФП, нет отпечатков пальцев, нержавейка значительно меньше пачкается. На ней нет темных следов или каких-то серьезных загрязнений. Такую нержавейку гораздо проще чистить и ухаживать за ней. Протрите нержавейку влажной тряпкой, вытрите насухо, и она будет выглядеть как новая. Скачайте специальное приложение для вашего планшета, чтобы раскрыть все возможности вашей духовки Electrolux. Здесь вы найдете мультимедийные рекомендации о том, как мыть или использовать ваш духовой шкаф, большую кулинарную книгу с пошаговым приготовлением и четкой инструкцией того, как настроить именно вашу духовку, чтобы получить идеальный результат. Вы можете сфотографировать готовое блюдо, чтобы сохранить его для истории, ну а также разместить его в популярных социальных сетях.